Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках визита в Турцию встретился с председателем Великого национального собрания этой страны Мустафой Шентупом. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Спикер турецкого парламента на встрече заявил, что славная победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне была встречена в Турции с большой гордостью и воодушевлением. Братская страна поддерживает новую инициативу регионального сотрудничества, выдвинутую президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым после окончания войны.